Я приветствую также, кто сегодня присоединяется к нашим служениям в онлайн. Приветствую, братья и сестры, каждого, где, в каком городе, кто находится, все церкви Божьи. Приветствую. У нас сегодня особенное служение, причастие, Евхаристия, хлебопреломление. И, конечно, я молился и просил Господа, чтобы в это особенное служение Господь дал то слово, которое нужно нам, потому что очень важно нам не по привычке это делать, аминь, братья и сестры, чтобы мы рассуждали о теле Господнем. И тема проповеди, давайте мы откроем первую книгу Царств, 10 главу, и мы прочитаем, я скажу тему проповеди. Первая книга Царств, 10 глава, 6 стиха по 11 прочитаем. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все знамения в тот же день. И когда пришли они на холм, вот встретились им пророки, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Тема проповеди «Иное сердце», или, можно сказать, «Сделаешься иным человеком». Вот это, кому как будет удобнее, можно поразмышлять об этом, «Сделаешься иным человеком». Интересно, когда мы рассуждаем, читаем о Сауле, мы видим, что этого человека, который был первым царем Израиля, избрал Бог. То есть это не было какой-то, знаете, стечением обстоятельств, какой-то случайностью. Братья и сестры, вы верите, что когда Бог избрал Саула, он не ошибся? Ты веришь в это, что это не была ошибка? Скажи, Бог не ошибается. Поэтому сегодня я хочу, братья и сестры, говорить каждому из нас, мы здесь, потому что мы избраны. Если ты здесь, значит, тебя избрал Бог. Скажи, я избран Богом. И в этом есть уже наша уникальность и особенность. Люди живут так, что ищут уникальность и особенности в чем-то. Нам это не нужно, братья и сестры, делать вообще. Потому что то, что ты дитя Божье, то, что ты христианин, то, что ты принадлежишь Богу, в этом уже есть твоя огромная уникальность и особенность. Если веришь, скажи аминь. Скажи, я особенный. Не особенней других, но особенный. Ты знаешь, такого, как ты, больше нету. Интересный ты человек, нет другого. Нет такого, ты особенный и абсолютно уникальный. Тебе не нужно никому ничего доказывать. Тебе не нужно ни с кем соревноваться, состязаться. Просто пойми свою уникальность во Христе Иисусе. Ты очень особенный и уникальный человек. И Господь тебя избрал. Это важно. Не мы избрали Бога, но Он избрал нас для определенной цели. Когда Саул был избран Богом, он, знаете, он даже не мечтал о великих делах Божьих. Это был человек очень неплохой. Я хочу просто, ну, чтобы мы вспомнили об этом человеке, его характеристику. Он, будучи уже человеком взрослым, так скажем, у него уже дети были, ну и Нафан, по крайней мере. Представьте, он идет искать ослиц своего отца. Вот, ну, мы в этом можем видеть, что человек, он неплохой, Саул. У отца пропали ослицы, и он идет искать. Он берет одного из слуг, и он идет искать. Просто идет искать потерянных ослиц. Вот мы с вами как здесь оказались? В церкви, в Царстве Божьем. Вообще, как мы верующими людьми. Многие просто пошли искать что-то в жизни. Что-то, кто-то любовь потерял, кто-то счастье потерял, кто-то смысл жизни потерял. Мы что-то потеряли, и мы что-то искали. Так ведь?
И мы оказались в церкви, каким-то образом, сами того не понимая, Господь как-то нас коснулся, открылся нам, и вот мы здесь, в Доме Божьем. Так вот, Саул просто пошел искать. И знаете, когда они были у Самуила, у пророка, и пророк, он начал пророчествовать ему, он начал ему говорить: ты будешь царем. И он помазал его на царство. Он сказал: ты будешь пророчествовать, ты войдешь, у тебя будут такие знамения, там пойдут люди, они с козлятами, с хлебом, с вином, тебе дадут хлеба, там будет вот так, вот так, вот так. Все это сбылось. Все это сбылось. И написано, что Саул, он пророчествовал, через него проявлялся Дух Божий, через него проявлялись эти дары, он был в Божьем присутствии. И интересно, что когда дядя потом ему задает вопрос: где ты был, что случилось, он говорит: ну вот, мы искали ослиц, они нашли, но нам пророк сказал: не переживайте, ваши ослицы нашлись, не заботься об этом. А дядя говорит: а что еще сказал пророк? И Саул утаил. То есть это интересно, он был такой, знаете, скромный человек, не хвастливый, не тщеславный в начале. Он был скромный человек, был хороший человек, Саул. Он еще не был испорчен властью. Как знаете, был хороший человек, пока не дали ему власть. Да? Бывает такое, да, что власть она может испортить. Как Шекспир сказал, человек, говорит, облеченный хоть какой-нибудь, даже маленькой властью, такие сцены разыгрывает перед небом Господним, что ангелы на небесах уливаются слезами. Поэтому бывает человек скромный, очень хороший, но получив власть, бывает, некоторые портятся. Что произошло с Саулом, да? Он был не тщеславный. Даже когда его звали для того, чтобы публично представить его перед народом, как будущего царя, как первого царя Израиля, он прятался. Кто помнит, где прятался Саул? В обозе спрятался. То есть он не искал вот этого, знаете, популярности вот этой. Мы видим, что у него было хорошее сердце. И написано в 9 стихе, что когда все эти сбылись пророчества, знамения, он был в присутствии Божьем, в тот же день, в сей день, да, Бог дал ему иное сердце. Это прообраз, дорогие друзья, знаете чего? Когда мы с вами однажды родились свыше, Бог дал тебе и мне иное сердце. И наша ответственность сегодня хранить это сердце. Хранить его, потому что из него источники жизни. Больше всего хранимого. Мы уже с вами уникальны. Мы уже имеем это новое сердце. Потому что, когда мы примирились с Господом, мы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, мы стали новым творением. Мы стали особенными людьми. Это все из-за помазания. Это все из-за присутствия Божьего в твоем и моем сердце. Это все из-за Святого Духа. И действие Святого Духа возможно в жизни каждого из нас. Каждый из нас может пророчествовать время от времени. Через каждого из нас могут проявляться дары, слово знания, слово мудрости или исцеления. Вы верите в это, братья и сестры, что через каждого из нас действует Святой Дух? Саул, он не был совершенным, но когда он был в присутствии Божьем, в этой атмосфере, скажи атмосфера, когда он был в этой атмосфере, через него проявлялись дары, и он пророчествовал это, он делал сам, своими устами. Бог давал ему пророческие вещи, и он пророчествовал. Он не был еще совершенным, каким-то особенным, приготовленным сосудом. Он просто вот встретился, Бог дал ему это иное сердце, и он уже пророчествовал. Но знаете, когда мы рассуждаем о Сауле, я хочу сказать, он пророчествовал, были проявления Святого Духа, но он этим не заинтересовался сильно. Я думаю, это одна из ошибок. Я думаю, это то, о чем Бог хочет, чтобы мы сегодня также с вами порассуждали. Потому что, когда мы понимаем нашу уникальность, что наша уникальность вне наших просто способностей природных или талантов. Твоя и моя уникальность
из-за помазания Святого Духа, который есть у тебя и у меня. Наша уникальность в Святом Духе, который живет в твоем и моем сердце, и Он хочет действовать и проявляться. У Него есть дары, и Бог желает, чтобы они проявлялись в Церкви Божьей, и в твоей жизни Бог желает, чтобы проявлялись дары Святого Духа. Ты веришь в это? Саулу это было неинтересно. Ему это было неинтересно. Вопрос, тебе это интересно? Тебе интересует духовная жизнь? Тебя интересует сверхъестественная жизнь? Дорогие друзья, мы имеем дело со сверхъестественным Богом. Тебе не нужно жить, как живут прочие люди. Бог призвал тебя и меня к этим отношениям со сверхъестественным Богом. И Бог желает, чтобы Его сверхъестественные действия проявлялись в твоей жизни. Саулу это неинтересно было. С этого началось. Его это, ну, как говорится, не зацепило. Ему стали интересны другие вещи. И мы видим, как началось вот это падение именно с того момента, когда он вкусил, он попробовал, он пережил, он пророчествовал, он ощутил. И он сказал, это классно, но есть что-то важнее. Дорогие друзья, Бог испытывает нас. С чего мы будем искать в этой жизни? Будем по-прежнему переживать по поводу потерянных ослиц? Будем по-прежнему переживать по поводу потерянных возможностей? Будем по-прежнему переживать по поводу чего-то упущенного в нашей жизни? Бог говорит, не переживай по поводу твоих потерянных ослиц. Заинтересуйся Богом, заинтересуйся Его помазанием, заинтересуйся Его сверхъестественным проявлением. И если кто-то говорит, это не самое главное, конечно, это не самое главное. Это не самое главное. Но когда мы приходим в состояние, и мы говорим, что это вообще не главное и не нужно, и сердце становится просто равнодушным, не ищущим проявления Бога, знаете что? Это начинает угашать Святой Дух. Это начинает огорчать Святой Дух. Потому что Святой Дух, который живет внутри тебя, Он хочет проявляться через тебя. Скажи «Аминь». Скажи «Святой Дух живет внутри меня. Он хочет действовать через меня, проявляться через меня, исцелять через меня, приводить к покаянию через меня. Бог желает течь через тебя». И это нам нужно просто понять и заинтересоваться. Саулу было неинтересно. А вот, например, Давид. У Давида были ошибки? Были. Давид совершил прелюбодеяние? Совершил. Давид согрешил? Согрешил. Давид убил невинного человека? Да. Но Святой Дух не оставил, Бог не оставил Давида, и он был назван мужем по сердцу Божьему. Когда мы читаем уже в книге Деяний, и мы читаем в посланиях о Давиде, Бог называл его мужем по сердцу своему. Почему? Потому что когда Давид каялся, он каялся и говорил, только Духа Святого не отнимет меня. Когда Саул каялся, ему интересовала его позиция, он не говорил, Духа не отними. Он говорил, Самуил, почти меня перед кем? Перед людьми почти. Его сердце испортилось, он стал уже другой. Где тот скромный человек? Он уже другой, ему уже важна позиция, ему уже важно мнение людей. И пошли просто вот эта цепочка, череда ошибок в жизни Саула. Все началось с того, что ему стал Дух Святой, атмосфера Божья просто неинтересна. Братья и сестры, мы особенные люди. Мы не такие, как этот мир. Наша особенность в том, что в нас живет Святой Дух. И Бог желает, чтобы в твоей и моей жизни проявлялись Его дары. Поэтому написано, достигайте любви и ревнуйте о чем? О дарах духовных. Кто из вас ревнует о дарах духовных? Не все подняли руки, но многие ревнуют. Вот. И мы ревнуем. Год ревнуем, 5 ревнуем, 10 лет ревнуем, 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 ревнуем. Так сильно ревнуем, ревнуем. Долго уже ревнуем, халлелуя.
Мы ревнители о дарах духовных. Но знаете что? Хватит просто ревновать, надо действовать. Надо действовать, надо просить от Бога конкретные дары, конкретные вещи в соответствии с твоей духовной специальностью. Я хочу просто поговорить, что для царя Саула были определенные действия для его позиции, для его функции, для его компетенции. И в твоей жизни будут проявляться дары, Бог желает это обязательно, в рамках твоей духовной специальности. Ты должен сегодня понять, в чем твоя позиция, в чем твоя духовная специализация. Дары – это не украшение для церкви. Дары Святого Духа – это не игрушки на новогодней елке. Дары Святого Духа – это не украшение на невесте нашего Господа Иисуса Христа. Дары Святого Духа – это оружие, которым ты должна, церковь, воевать и сражаться. Скажи «Аминь». Это не игрушки, не сережки, не цепочки. Это не украшение, это оружие, которое дал тебе Бог, чтобы ты разбирался с делами дьявола. Как ты будешь без оружия воевать? Дары – это оружие. И дары – это инструменты, которыми мы должны трудиться. И мы занимаемся с вами домостроительством, мы строим нашу христианскую жизнь, мы созидаем служение, мы созидаем миссию, мы строим. Нам нужны дары для строительства. Бог дал дары не для развлечений, не для украшений. Бог дал дары для войны, для сражения и для домостроительства. Приведу пример. Я родился в деревне, поселок Новолинский, такая деревня, поселок. В Нытинском районе, у нас там деревянный дом, все деревянное. И в детстве, если нужно было какую работу сделать, у моего папы топор, молоток, гвозди и ножовка. Все. Любую работу можно было делать топор, молоток, ножовка и гвозди. И я научился в детстве, если нужно было что-то сделать, доску приколотить, забор поправить, я просто брал либо ножовку, либо молоток, топор, гвозди. Все. Но когда я приехал в город, и когда я женился, и моя жена Оля попросила, сказала: «Сережа, прибей гардину», так я без проблем, я взял гвоздь и взял молоток, как обычно. Я умею работать этим инструментом. С детства я приучен. Я взял гвоздь, я несколько часов мучился, потому что гвозди гнулись. Это, знаете, это... Хрущевка, панель, знаете, гвозди не пробивают панель. Я измучился, я вспотел. Но, слава Богу, за мудрую жену. Жена подошла, сказала, говорит: «Сережа, здесь, наверное, нужна дрель». Дрель – это откровение для меня. Какая дрель? Я в глаза не видел эту дрель. Нужна дрель, чтобы тебе не напрягаться сильно, чтобы тебе не мучиться, не потеть так. Ты сделаешь эту работу лучше, комфортней, быстрее и эффективней, если у тебя будет в арсенале дрель. Скажи аминь. А духовные люди понимают уже, о чем речь. Нужна дрель. И когда у меня появилась дрель, это вообще без проблем. Хоть гардину, хоть шкафы, хоть что, хоть полочки, дорогая, для тебя я сделаю все, потому что у меня есть дрель. А потом у меня появился еще шуруповерт. А потом у меня появился лобзик. А потом у меня стали появляться и циркулярка, и еще разные инструменты. Я стал эффективный хозяин и домостроитель. Аллилуйя! Ты можешь по-прежнему мозолить руки отвертками. Хозяйкам на заметку. Лучше в стенке просверлить дырку и потом закрутить шуруп. А гвоздь лучше забивать, а шуруп закручивать. Но еще лучше, чтобы был шуруповерт. Понимаете, мы намного эффективнее, когда проявляются дары. И Бог дал дары как инструменты. Мы можем продолжать напрягаться, упираться, действовать, как мы привыкли. Как я деревенский приехал в город, и я все, что мой навык был, это гвозди, молоток. Но знаете, когда мы
получаем откровение, что дары – это не для особенных людей, не для пасторов только, не для апостолов только, не для пророков только, что дары даны каждому из нас, это всем детям Божьим, для того, чтобы нам заниматься домостроительством Божьим и побеждать врага во имя Иисуса Христа. Чтобы быть эффективным, чтобы жить в победе, нам нужно, чтобы проявлялись дары Святого Духа. Поэтому Саул – хороший человек, скромный человек. Но Господь ему сказал, показал, слушай, то, что ты такой скромный и хороший, то, что ты не ищешь человеческой славы – это хорошо. Но я хочу тебя познакомить с дарами. Приди в присутствие Божье, будь в атмосфере, и ты будешь пророчествовать. И Саул, он пророчествовал. Бог ожидал, что он заинтересуется этим. Бог ожидал, что он заинтересуется Божьим присутствием. Бог ожидал, что Саул полюбит атмосферу Божью. Бог ожидал, что Саул полюбит это помазание. Бог ожидал, что Саул, он полюбит это больше, чем свою царскую позицию, чем свою должность, чем мнение людей. Но Саул, к сожалению, этого не сделал. Дорогие друзья, хороший человек – это еще не профессия. Вот представьте себе, что если вам нужно, не дай Бог, конечно, вот, идти на операцию, и вам говорят, в нашей больнице 2 хирурга. Вот один хирург скромный, образованный, культурный, слова плохого не скажет, всех любит, всех уважает. У него только одна проблема. Очень часто на его операциях люди умирают. А так вообще просто, ну, душа компании, такой прекрасный человек. Но есть одна проблема. Ну, не знаю, почему-то люди часто умирают на операциях. Есть другой хирург. Пьет, матерится, курит, раздражительный. Ну, к примеру, да, я просто иллюстрирую. Но вот ни разу за всю его карьеру, за всю его работу хирургом ни один человек не умер. И вам дают выбор и говорят, вы к кому пойдете? Ну, к хорошему, конечно, пойдем. Он же такой хороший. Я почему-то думаю, мы пойдем к тому, кто делает свою работу хорошо, кто эффективен. Я думаю, почему-то мы пойдем к этому специалисту. Быть хорошим человеком – это замечательно, но быть хорошим человеком – это еще не профессия. Поэтому хорошему Саулу Бог хотел дать, продемонстрировать новые инструменты. Скажи, новые инструменты. Он познакомил Саула с помазанием. Он познакомил Саула с Божьим присутствием, давая понять, что ты не будешь эффективным царем без этого. Ты не будешь таким, как Давид, без этого, потому что Давид был эффективен, потому что ему помогал Господь. И мы видим дальше, что Бог, который призвал Саула, он помогал ему вести войны, разбираться с филистимлянами, с врагами народа израильского. Как это стало возможным? Какая там была армия? Когда мы изучаем, смотрим, в армии Саула было всего 2 меча. У них им просто нельзя, им не дозволяли иметь оружие. Все, 2 меча, топоры, гвозди, все. 2 меча, у него меч и у сына Иннафана меч, все. Но Бог давал победы. Бог давал победы. Саул должен был это понять, он должен был это оценить, что победа – это все из-за помазания. Не отвлекайтесь, пожалуйста, смотрите на меня. Победа приходит не из-за наших просто усилий, победа приходит из-за помазания. Скажи вместе со мной, я особенный человек, я помазан Святым Духом. Скажи, я помазанник, я царь и священник на моей земле. Потому что Господь меня избрал и помазал, и дал мне дары, как инструменты, чтобы я созидал дело Божье. Поэтому кто ты по профессии? Когда ты хирург, тебе нужны скальпель и хирургические инструменты. Когда ты строитель, тебе не нужен скальпель. Что ты как строитель сделаешь со скальпелем? Ну, может быть, линолеум разрежешь, но для этого есть другие строительные инструменты.
Если ты учитель, тебе не нужен перфоратор. Если ты повар, тебе не нужен трактор. У каждой специальности, у каждого специалиста есть свои инструменты. Братья и сестры, когда ты занят делом Божьим, как лидер домашней группы, как пастор, служитель, диакон, как муж, как отец, то, чем ты занимаешься, для этого дела, которому призвал тебя Бог, есть особенные дары для тебя, чтобы ты был эффективен. Поэтому, когда ты просто варишь суп, сестры, вы варите суп иногда, вы что-то делаете, знаете что? Бог может проявлять свои дары даже в этом. Он может дать тебе слово знания. Он может дать тебе слово мудрости. Он может дать тебе откровение. Потому что дары Святого Духа всегда с тобой. Святой Дух всегда с тобой. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня подняли ценность даров. Чтобы мы не говорили так, главное основание. Конечно, главное основание. Братья и сестры, но основание уже положено давно. Нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, скажи аминь. Его святая кровь уже пролилась. Он уже умер на Голгофе за нас, и Бог воскресил его из мертвых. И мы уже приняли Иисуса Христа. Это основание положено. Уже давным-давно пришло время строить. Основание классно, фундамент есть, все. Образование, откровение. Мы во Христе спасены, мы новое творение. Теперь надо строить. И когда мы строим, как мы будем строить своими силами, голыми руками? Нам нужны инструменты, скажи аминь. И Бог дал эти инструменты, Бог дал эти дары для того, чтобы мы созидали. Следующее, что я хочу сказать, очень важно. Чтобы быть иным человеком, нужно изменяться. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 13 главу. С 21 стиха. Хочу кое-что сказать об Иуде. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики обратились друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал в груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, что это он говорит. Он припал к груди Иисусу и сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Вот кому я обмакну кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симону Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, что делаешь, делай скорее». Обратите внимание, 27 стих, что когда он взял кусок хлеба, представьте, да, прямо на вечере, взял кусок хлеба и вошел в него сатана. Представляете, да, на вечере, во время хлебопреломления, взял кусок хлеба и вместе с куском хлеба вошел в него сатана. Я хочу сказать, братья и сестры, это вот не какой-то, знаете, случай вот такой, как-то так случилось с ним, с Иудой. Вот он как-то согрешил, вот особенно, наверное, во время хлебопреломления. Нет. Бог терпел его долго. Бог терпел Саула, ожидая, когда Саул покается. И Бог терпел Иуду, давая ему возможность к покаянию. Потому что сатана на самом деле вошел в Иуду уже давно. Он уже давно обрабатывал его разум. Дьявол уже давно обрабатывал его мотивы. Дьявол уже давно формировал вот эти твердыни и вот эту ложь, вот эту установку, чтобы предать Господа Иисуса Христа. Сатана трудился над его мышлением давно. А Бог терпел его и давал ему возможность к покаянию. Знаете, когда Бог проявлял свое терпение к Саулу, пришел такой момент, когда уже Господь сказал: «Я отверг его, и я избрал другого человека». И Самуил был послан в дом Иессея, отца Давида, и Давид был помазан. И написано в 16 главе 1 книги Царств, что когда Давид был помазан,
то тогда Святой Дух отошел от Саула. И когда Святой Дух отошел от Саула, в Саула вошел сатана, то есть злой дух пришел. Демоны стали мучить Саула, потому что он пришел в такое состояние, испытывая, искушая Господа, испытывая его долготерпение и милость, что он огорчил Святого Духа настолько сильно, что Святой Дух его оставил, и сразу же в него вселился бес, сразу же вселился демон. И потом страшные вещи. Саул, он пошел к волшебнице, знаете, вопрошать, к кондорской волшебнице пошел, и, можно сказать, жизнь свою закончил самоубийством. Точно так же, как Иуда. Я хочу сказать, братья и сестры, у Саула был шанс для покаяния. И Иуда имел этот шанс, он мог бы покаяться, когда Иисус на вечере, он мыл ему ноги. Он проявлял эту любовь, вот эту нежность, вот эту заботу. Когда он не открывал его внутреннее состояние пред людьми. Когда он не говорил всем, вот он предатель, не показывал, не осуждал его. Он давал в этом терпении своем возможность для покаяния. Возможность для покаяния. Скажи, возможность для покаяния. Эта возможность для покаяния есть сегодня у каждого из нас. У каждого из нас есть эта возможность для покаяния. Когда ты будешь сегодня брать этот кусок хлеба, в тебя не войдет сатана, в тебя не войдет злой дух, в тебя войдет Святой Дух, в тебя войдут дары, если ты этого захочешь, если ты этого попросишь, если ты будешь искренне с Богом, и ты расскажешь о своих проблемах, о своих ошибках Господу, не переживай, Святой Дух, Он тебя не оставит. Только ты не оставь Господа. Только ты не оставь Его. Иуде было это неинтересно. Он шел, он утверждался в своем беззаконии. Он не хотел каяться. Он не хотел открывать и говорить о своих ошибках, о своих грехах. Вы знаете, братья и сестры, Бог не осуждает, когда мы падаем с вами, когда согрешаем. Он любит восстанавливать. Он любит поднимать. Он любит поднимать упавшего, Он любит восстанавливать, Он любит прощать, Он любит миловать. Сегодня тот день, когда мы, вкушая хлеб, и когда мы будем пить из этой чаши, это тот день, когда в нас будет входить Святой Дух. Если ты будешь просить хлеба, Бог не даст тебе камень. Если ты будешь просить Духа, Он не даст тебе демона. Если ты будешь просить Святого Духа, Он даст тебе Святого Духа. Он даст тебе помазание. И твой успех, он зависит от помазания Святого Духа. Только будь честен с Господом. Будь искренен. Неважно, что происходит в твоей жизни. Если ты честен, искренен с Богом, Он тебя простит. Он тебя восстановит. Не подчиняйся дьяволу. Не подчиняйся греху. Не подчиняйся, Писание говорит в Екклесиаст 7 главе, не предавайся греху, чтобы тебе не умереть прежде времени. Чтобы не умереть прежде времени, назначенного Богом. Бог имеет желание, чтобы мы были наполнены полнотой жизни, но когда человек соглашается с грехом, предается греху, он может умереть прежде времени. Не позволяй дьяволу господствовать. Не позволяй греху царствовать в твоей жизни. Просто сегодня, когда мы рассуждаем о теле Иисуса Христа и Его крови, мы должны еще раз помнить, что Он сделал для нас на Голгофском кресте. Мы не сможем сами по себе, дорогие друзья, мы должны смотреть на жертву Иисуса. И Писание говорит, чтобы мы считали себя мертвыми для греха. Обратите внимание на это слово «считали». Скажи, я считаю себя мертвым для греха. То есть ты можешь это не чувствовать. Ты можешь чувствовать себя грешником. Ты можешь чувствовать себя не святым. Ты можешь чувствовать себя несовершенным. Но Господь говорит сегодня, начни считать себя мертвым для греха. Ты должен с этого начать. Ты должен начать с того, чтобы считать себя святым и оправданным во Христе Иисусе. Ты должен считать себя прощенным, когда ты исповедуешь свой грех. Ты должен считать себя прощенным, потому что Он сказал, что Он будет прощать тебя. Если ты болен, ты должен считать себя исцеленным. Ты должен отождествиться с тем, что сделал Господь на Голгофском кресте. Без этого у нас не получится.
Без этого дьявол будет иметь право обманывать тебя, осуждать тебя и приносить это ложное чувство вины в твою жизнь. Но Бог говорит: считай себя, считай себя, считай себя помазанным, считай себя особенным, считай себя уникальным во Христе, считай себя избранным, считай себя любимым, считай себя принятым, считай себя благословенным, потому что Бог говорит, что ты должен это делать. И в заключение я хочу сказать очень важный момент. Послушайте, братья и сестры, Бог дал нам право выбора, как Он дал Саулу право выбора, как Он дал Иуде право выбора, как Он давал Анане и Сафире право выбора. Бог дает нам право выбирать. Самая главная война, которую мы ведем, это не война, знаете, в духовном мире, там, не война с проблемами, с людьми. Самая главная война, которую мы ведем, это война внутри нас. И Бог желает, чтобы ты победил Голиафа, который внутри тебя. Бог желает, чтобы ты поразил великана, который внутри тебя. Бог желает, чтобы ты победил самого себя внутри себя. Бог желает, чтобы ты разобрался со своим характером. Бог желает, чтобы ты разобрался с самим собой. Бог желает, чтобы ты сам себя смирил. Бог не будет этого делать. Бог не будет просто насильно тебя менять. Бог будет тебе помогать. Но это твоя личная и моя личная ответственность. Победить себя внутри себя. Это самое главное. Победа, братья и сестры. Это самое важное. Апостол Павел занимался этим. Он говорит: я смиряю, скажи, я смиряю и порабощаю мое тело. Это Павел делал. И здесь у некоторых христиан возникает вопрос: если Христос уже все совершил, может быть, просто достаточно считать себя спасенным, исцеленным, благословенным? Да, с этого нужно начать, считать себя. Второе, ты должен работать со своим характером. Ты должен сам себя смирять. Ты должен сам себя дисциплинировать. Святой Дух не сделает это вместо тебя. Это твоя ответственность. Когда мы придем на небо, Писание говорит, мы будем давать отчет, и в списке оправданий не будет такого. Господь, я был в поражении, потому что у меня родовое проклятие. Не будет этого оправдания. Господь, я был в поражении, потому что меня попутал сатана. Не сможем этим оправдаться. А Дух Святой скажет: а я тебе указывал на Христа, я тебе указывал на жертву, на кровь, на тело. Всякий раз во время хлебопреломления, на сужении, ты слышал о кресте, ты слышал о победе Иисуса, ты слышал о помазании, ты слышал о дарах, ты слышал о власти. Ты все это знал. Написано, что каждый будет отвечать за свои дела. И мы не сможем свалить на дьявола. Мы не сможем свалить на родовое проклятие. Все, что тебе нужно, Бог уже сделал на Голгофском кресте. Все, что нужно отдать, Он уже дал, дорогие друзья. Послушайте внимательно, то, что я сейчас скажу, очень важно. Бог не будет делать ту работу, которую должен делать ты. Смирять себя – это твоя работа, а не его. Побеждать себя внутри себя – это твоя работа, а не его. Смирять свой характер – это твоя работа. Делать выбор – это твоя работа, это твоя ответственность, за которую мы понесем отчет. Поэтому, когда мы смиряемся, мы говорим: Господь, я без Тебя не могу, мне нужны Твои дары, чтобы быть эффективным для Твоего Царства, чтобы достигать неспасенных, чтобы заниматься домостроительством. Господи, у меня нету своей силы. Боже, мне нужна Твоя благодать, чтобы мне жить свято и праведно. Господь, Дух Святой, наполняй мою жизнь, потому что без Твоего помазания у меня ничего не получится. Бог слышит такие молитвы. Бог слышит Твои молитвы. Я хочу сказать сегодня: не переживай по поводу твоих потерянных ослиц. Не переживай по поводу твоих падений. Не переживай по поводу твоих ошибок. Иисус сказал: кто жаждет, приди ко мне и пей. Поразмышляй об этом слове, что значит пить. Слушать, приходить к Иисусу и пить – это твоя и моя ответственность, церковь. Это твоя и моя ответственность – приходить и пить. Когда ты приходишь и пьешь, что значит пить? Подумай об этом. Подумай об этом, что значит пить. Ты приходишь и пьешь, и Он дает тебе эту воду живую. Аллилуйя. И ты возрастаешь в этом помазании.
Ты переживаешь Божье присутствие. Ты слышишь голос Божий. Ты понимаешь Его пути. Ты знаешь, что тебе делать. В твоей жизни действуют и проявляются дары. Мы не всегда их квалифицируем, как-то идентифицируем. Неважно. Они действуют и проявляются. Даже если ты не всегда это видишь или замечаешь, дары все равно действуют, потому что они даны тебе. Но это наша ответственность бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Это наша ответственность приносить достойный плод покаяния. Это наша ответственность исповедовать и каяться за наши грехи. Это наша ответственность исполняться Святым Духом. Это наша ответственность быть постоянными в молитве. Это наша ответственность пребывать в Божьем Слове. И Господь не сделает эту работу вместо тебя и меня. Самый главный враг – это я сам. Я должен победить себя внутри себя. Скажи, я буду побеждать самого себя внутри себя. Поэтому разберись со всяким Голиафом, который внутри тебя. Разберись со всяким неправильным мотивом. Святой Дух будет тебе помогать, если ты будешь сражаться и вести войну. Когда ты будешь заниматься своим характером и своим мышлением, Бог, Он поможет тебе. Скажи аминь. Святой Дух тебя не оставил. Ты здесь. Мы будем сегодня вкушать от этого хлеба, пить с этой чаши. И Святой Дух будет в тебя входить, а не дьявол и не бес, и не демон. Потому что ты сердце своего не ожесточаешь. Потому что ты призываешь имя Господа. Не переживай. Бог на твоей стороне. И Он поможет тебе. Ты веришь? Ты веришь в это? Давайте мы будем совершать наше служение. Первое послание к Коринфянам. 11 главу давайте откроем. Есть много мест Писания, где говорится об этой работе. Братья и сестры, вы понимаете это слово, да? Что распинать плоть со страстями, похотями, обновляться духу ума и так дальше. Это наша часть. Мы должны это делать в нашей обычной христианской жизни. И Господь будет давать нам победу. 23 стиха, 11 глава. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, благословив, преломил и сказал: «Примите, идите сие тело мое за вас ломимое, и это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Это есть чаша, есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Давайте мы поднимемся наши ноги, дорогие друзья. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за Твою искупительную жертву. Мы благодарим Тебя за Твое тело, которое было ломимо за нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты взял на кресте все наши проклятия, вину, позор. Ты был оставлен, чтобы мы были приняты. Ты умер, чтобы мы жили с Тобой. Господи Боже, мы благодарим Тебя за эту новую жизнь, которую Ты дал нам. Мы благодарим Тебя, что вместо проклятия Ты дал нам благословение. Мы благодарим Тебя за Святого Духа, за Твои дары и за Твое помазание и силу, которое действует сегодня в церкви. Боже, мы благодарим Тебя, Господь. И сегодня я прошу Тебя, чтобы всякий человек, кто будет кушать от этого хлеба, он принимал, Господь, исцеление, принимал силу для победы и принимал дары во имя Иисуса. Пусть то помазание, Господь, разрушит все дела дьявола в жизни народа Твоего. И как Бог помазал Иисуса Христа из Назарета Духом Святым и силой, так Он и ходил, благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним через помазание, из-за помазания. Так, Господь, помазал Ты нас, чтобы, Боже, Твое присутствие через помазание проявлялось, чтобы разрушались все дела дьявола. Мы благодарим Тебя, и мы просим Тебя, мой Бог, чтобы Ты, Господь, Боже, даровал, Господь, победу каждому из нас, кто ожидает. Также, Господь, и чашу эту благослови, которая есть завет в Твоей крови, Господь. Боже, мы благодарим Тебя за Твою святую кровь, которую Ты пролил.
Мы благодарим Тебя, Господь, что в этой крови мы имеем прощение грехов, мы имеем жизнь, мы имеем доступ к престолу благодати и милости. Мы имеем дерзновение приходить. Господи, мы имеем откровение Твоей великой любви. Мы благодарим Тебя за Твою безусловную любовь, которую Ты открыл и показал через пролитие крови на Голгофе. Боже, мы благодарим Тебя. Пусть Твоя святая кровь сегодня очищает нас от всякой неправды. Мы исповедуем грехи наши. Мы каемся, Господь, пред Тобой, Боже. Мы признаемся пред лицом Твоим. Твоего Духа Святого не отнимает нас. Пусть Твой Дух Святой больше и больше наполняет наши жизни. Мы Твои. Мы Тебе принадлежим. Мы обещаем, Господь, что мы будем трудиться над собой. Мы будем трудиться над характером. Мы будем покоряться и подчиняться Тебе. Мы будем смирять и порабощать свое тело. Мы будем противостоять дьяволу, и он убежит от нас. Мы будем поражать Голиафа внутри себя. Мы будем, Господь, побеждать самих себя, подчинять свое эго, свою гордыню и свое я к ногам Твоим. Подчиняемся, Господь, Тебе во имя Иисуса. Кто будет пить с этой чаши, Господь, пусть принимает жизнь, исцеление, прощение и благодать. И исцеление пусть приходит от всякой болезни во имя Иисуса. Пусть придет способность любить друг друга. Пусть придет способность прощать друг друга. Пусть придет благодать помогать друг другу и служить друг другу во имя Иисуса. Пусть придет благодать к изменению мотивов. Пусть придет эта благодать во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя, Боже. Я молюсь за Твой народ. Аллилуйя. Чтобы, Господь Боже, в сердце нашем не нашлось беззакония. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пусть идет всякое ложное чувство вины и осуждения. Господь, я благодарю Тебя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Бог говорит сегодня кому-то, я даю Тебе шанс. Не упусти его. Это шанс от Господа. Аллилуйя. Бог тебя не отверг. Дьявол лжец, Бог не отверг тебя. Аллилуйя. И Он дает тебе шанс. Не переживай по поводу потерянных ослиц. Не переживай по поводу упущенных возможностей. Не переживай по поводу потерянного счастья. Прими решение. Не оставлять семью. Не разводиться с супругом. Но избавляться от всякой похоти. Смирять свою душу, работать над характером, прими решение сегодня. Используй свой шанс во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Господь, благодарю Тебя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не плачь и не переживай по поводу твоего горя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бог любит восстанавливать упавшего. Бог хочет восстанавливать упавшего. Аллилуйя, аллилуйя. Бог желает дать тебе победу. Аллилуйя, аллилуйя. Не переживай. Аллилуйя, аллилуйя. Все возможно из-за помазания Святого Духа. Аллилуйя. Бог сделал тебя особенным, особенным человеком. Ты любим, ты принят Господом. Аллилуйя. Ты драгоценен в глазах Его. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Все, что совершается в жизни церкви, все чудеса, которые совершаются в церкви, совершаются не нашим совершенством, не нашей самоправедностью, не нашим благочестием, но силой Святого Духа, посредством Его даров и Его помазания происходят чудеса во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благодарю Тебя. И побеждающий будет наследовать все. Побеждающий будет наследовать. Аллилуйя, аллилуйя. Есть время пользоваться своим шансом. Бог дает шанс. Бог давал шанс Саулу. Бог давал шанс Иуде. Бог давал шанс Анании и Сапфире. Бог давал шанс многим, которые пали и больше не встали и не поднялись. Бог каждому, Бог давал шанс книге Откровения и заявил ложная пророчица,
И Господь сказал, я дал ей время, чтобы она покаялась. Но если не покаяться, я поражу ее. Есть время для покаяния. Есть время для восстановления. Это время сейчас. Дух Святой желает восстанавливать сейчас. Дух Святой желает поднимать сейчас. Дух Святой желает наполнять наши жизни сейчас. Аллилуйя! Он дал тебе новое сердце. Он дал тебе иной дух. Он сделал тебя другим человеком. Ты особенный. Ты не такой, как этот мир. Ты помазанник Божий. Ты свет для этого мира. Ты соль для этой земли. Ты благословенный, а не проклятый. У Бога есть план на твою жизнь. Бог желает благословить тебя и действовать через тебя, и проявляться через тебя. Аллилуйя! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Благослови нас сегодня твоим благословением. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Будем аккуратно кушать от этого хлеба, принимать с этой чаши. И кто сделает это, вы можете присаживайтесь, чтобы группа порядка видели. Будем поклоняться Господу.